Здравствуйте. Добрый день! Всем привет, ребята! Меня зовут Рауль Хамза, и я уже участвовал в X-Factor в составе трио Хамза. Два брата и одна сестра. Сейчас мой брат захотел один быть, читать рэп. Моя сестра теперь в дуэте. Сейчас даже вот вместе не гуляем. У сестры свои друзья, у моего брата свои. И у меня там друзей нет. Мой брат сказал, что без нас, без трио, ты никакой. Да. Я сейчас заплел дреды. Мне кажется, это круто по имиджу. Это вообще не дреды, это афрокосички. Ну, это прикольно. Понтово. Стал модно одеваться. И туфли классные. Модные же. Я крутой. Типа. Не, ну главное верить в себя. Что вы будете спевать, Рауль? Хотела бы спеть «Bands and Hearts Blues». Круто. Дуже вже всі тут хочемо почути, що ви нам приготували. Дякую. Success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling. Say you should bet abuse. But I know it's you've got the pants on her blues. Your grandmother Edson still remembers it's you. You're even ashamed of the French ones you. You're part of the church now. They break you, making thin use. But I and has blues. And don't try to write me and to pass it to go. Cause I'll be in the conference. Merry Christmas, yeah. Thank you. Рауль, ви дуже оригінальний. Я хочу сказати вам дякую. Дякую. Я бачу на сцені артиста. Можна похлопати тут. Єдине, що ви не розкрилися до кінця. Не знаю, що робити, якщо чесно. Can I lay by your side? Я кажу так. Дякую. Мені кажется, що ви можете бути в лагері. От я б вам сказав да. Спасибо.
Рауль, молодець! Вийшов на сцену і довів усім, що ти на своєму місці. Ти справжній артист. X-Factor-у потрібні такі хлопці. Рауль, ну, в тебе 4, так? Ну, давай зустрінемося в лагері. Дякую. Тренувальний. Доказал, что я могу быть один. 4, да, капец, просто. Я в шоке, честно, блин.